Всем привет, дорогие друзья, с вами Александр Мордынский. Давненько у нас не было никаких с вами распаковочек, посылочек, но тем не менее, они за это время успели тут чутка подкопиться. Сегодня мы распакуем с вами первую пришедшую посылочку. Лежит она у меня уже, наверное, неделю, но все некогда было ее вскрыть. Здесь у нас снова продолжение паяльной тематики. Здесь вроде находятся термоусадочные трубочки, то есть такая штука полезная в хозяйстве, но бывает такое, что не всегда ее дома найдешь или где-нибудь в городе. А тут, посещая просторы Бен Гуда, то есть была заказана с Бен Гуда, стоимость около 10 долларов и шла она около 37 дней, то есть очень долго ее собирали, очень долго ее отправляли. За это, конечно, большой минус Бен Гуду, поскольку что-то они последние месяца совершенно не радуют своей доставкой. Ну, вот так, видим, упаковано. Такой мягонький поролоновый, или какой он тут материал, в несколько слоев замотано. Коробочка такая аккуратненькая. То есть без коробочки они стоят дешевле, но решили взять с коробочкой, поскольку все-таки раскидывать их по пакетам тоже не особо вариант. Так что очень даже неплохой способ их хранить. То есть, видим, открываем, достанем какую-нибудь парочку посмотреть. То есть освещение, конечно, опять отвратительнейшее. Солнце село. Вот такие вот достаточно-таки плотные трубочки, имеются разные размеры, разная жесткость. То есть, я думаю, вполне себе пойдет для монтажа. Ну и такие тоненькие совершенно есть тоже, мягенькие. Так что вот такая вот небольшая распаковочка. Вот так их Почта России рассылала, что они летели в разные стороны. То есть есть совсем большие, есть совсем небольшие. Ссылочка будет, как всегда, в первом комментарии под видео на YouTube. Заходите, смотрите. Ну а с вами был Александр Мордынский. И, как всегда, вступайте в группу ВКонтакте, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи, всем пока.